Это был фольклорный танцевальный ансамбль, вокально-инструментальный танцевальный ансамбль на под названием «Березовка». Белочка. Белочка? Нет, да, белая. Вот такая вот. Белый бурдучок. Факт, что у нас на столе водки и рюмок-то даже и нет. И бочки уже, натюрморт. Это был танец спасения от комаров. Танец краба. Танец рыбака. Чай готов, выключай. Так, репортаж закончил. Вот мы едем в Читу. Челябинск, конечно. Сережка рулит, подустали как все немножко. Привет. Как впечатление, ребята? Обалденно. Первый раз. Едем на Уральский рубеж. Уральский рубеж. И вы можете посмотреть наши палатки. Я сейчас никуда с ним не пускаю. Посмотрите, они стоят в лагере. Хорошо? А вы еще будете меня ждать? Две оранжевые палатки. Видите, красота. Вот это сцена. Два яйца. Вот это сцена, на которой мы будем сегодня выступать. В 21:30 мы будем выступать на этой сцене. Ну что пожелать вам еще? Пожелать вам добра, жизни, любви и всех вам благих намерений. Бис! Моего города, моего города.
грязь. Целебная грязь дает, дает возможности новой жизни. Да, и у кого, допустим, ломит кости там или хвост отпадывает, естественно, принимать эти ванны по несколько раз в день в течение 3 месяцев. Вот так вот. Так что здесь никто не шутит. Крутой поворот направо. Крутой поворот. Крутой поворот, именно. Продолжаем движение. 12 километров. Ебаби. Кстати, буррито очень калорийный и питательный продукт. Доказывают, доказывать не надо. Не надо доказывать. Не надо доказывать. После буррито часто бывает кито. Да, если не кито, значит это буррито. Ассоциация. И следующий альбом мы назовем буррито. То есть это связано с нашими поездками. До свидания. Ешьте хорошо, мать вашу.